Я не знаю, там может быть. Ну что, мозгов нет? Ну, потренировать мозги. Развить себя. Не думаю, что нафига мне мозги тренировать. Развить. Посмотрите, он развит. Я тоже... Как раз для этого у нас есть шикарная техника. Для вот этого. Чтобы стало еще лучше. Чтобы стало еще лучше, да. Ну, а супер, если ты нравишься. А что можно предложить? А, вопрос хороший. Собрал номер, хороший цель. Вопрос. Это типа как соцопрос, или, да? Не, ну хорошо было. Скажите, как часто у вас бывает, что вы с людьми не можете найти общий язык? Это вам мешает решить с ними какие-то жизненно важные вопросы. Брат, что ты меня грузишь? Это мозги для мозгов, я даже не понял. А как вы сказали, часто что? Бывают случаи. Ну, случаи просто, когда вы с людьми не можете найти общий язык. Общий язык найти. А эти козлы сами не могут найти общий язык. О чем разговор? Я общий язык нахожу быстро. Нет, ну все-таки же есть шикарная у нас техника в магазине. И для... Да? Да. Да. Для того, чтобы... Это техника алфавит. Шикарная. Вы там поработаете и руками, и мозгами, и всем чем угодно. Зачем? Для того, чтобы решать ваши вопросы. Какие? С какими-то там людьми, которые вы только что сказали, что у вас проблемы. А я же говорю, они козлы, они козлы. Вот козлами как раз и хорошо решать эти вопросы. Вы можете из козлов превратить их в барашков. Нафига они же не хрен. Нет, я это сам. Это как? Вот для этого тоже у нас есть хорошая техника. Да? Да, это называется рапорт. С козлами установить связь. Рапорт тот раз подавать. Да, всегда. Можно и рапорт подать, да? Я человек очень такой занятой, у меня работало с утра до ночи, и мы с этой, с тобой же, да. Вот. А вы знаете, мы уже почти не приобрели технику. Нет, да, нет, да. Мы впаривать не надо. А мы впарим. У вас есть что-нибудь такое? Она уже это почти. Мы уже с вами ее почти установили. Ну, вообще-то есть. Да? Есть. Ну что? Да я что-то не пойму, что предлагают, честно говоря, до сих пор. Техника, не техника. Для чего? Ну вы хотите, чтобы у вас больше свободного времени было? Техника шикарная. Имеет пожизненную гарантию. Да, да. То есть применяется каждый день. Нет, со временем, да. То есть мы просто распределять время как-то. Нужно, что вам больше необходимо узнать? А что необходимо? Капусту рубим и все. Не, ну хотелось бы все-таки... Много рубите. Основа техники. Много рубите, если не секрет. Послушай, они на твои деньги, наверное, честно. Секрет. Секрет. Коммерческую тару. Рукана. Вам так хватает. Не только. И мне ничего не хватает. Ел. Для того, чтобы рубить капусту, это всегда шикарная техника. Шикарная ты им техника. У нас недавно приходили такие классные козлы, срубили у нас эту технику, мы им продали. Они стали капусту еще больше рубить. Прикинь. Не, ну мы же не козлы. Козлы не мы. Но есть вот что-нибудь такое, чтобы... Вы говорите для мозгов, да? А вот что-нибудь для души. Чтобы он на меня больше внимания получил. Да ладно, я конечно, нормально обращаюсь. Вот это как раз эта техника и есть. Я просто, нет. Ты что, не понимаешь, что для того, чтобы... Мы только с вами сделали. Продемонстрировали. А теперь вы будете знать, какие я пользуются. Помолчи, стой. Я говорю, приходится весь день рубить бабло, чтобы тебе внимание уделить. Ты же не поняла. Да, ты это поняла. Ну, мне так не нравится. Видите, как мы с ним разговариваем. Вообще, чтобы ты какая-нибудь же техника. То есть вы хотите, чтобы он с вами хорошо разговаривал, да? Блин, это даже не нужно. Да, мне очень хорошо. Что за коза? Как раз что ты шире. Подожди. Нет, все-таки у нас есть прекрасная техника для общения с вашей женой. Да? Она хочет, чтобы для души, это как раз техника, как раз для души. Она даже не будет доставала. Нет, как раз и не будет доставать вас тоже. Да? Да. О, слушай, мы тут, наверное, кожу прикупим. Ну, сейчас, мы тут послушаем. Да. Говорят, что ей очень поможет. Да, и для души, и мне тоже работает. И вашему мужу. А что за техника? Техника шикарная, рапорт. Опять этот рапорт. Мне молодой человек уже предложил, что если... Тогда я не поняла, что нужно сделать, чтобы мой муж на меня внимание больше обращал.
мне предложить? Что ты предлагал? Никто предложил. Это тоже техника с нашего магазина хорошая, то, что он нам предложил. Я не могу предложить. Не надо, он же там не... Шепотом не надо, ну, что я понимаю. Ну, в принципе, да, очень немало. Я работаю целый день. И хорошая техника, якоря есть у нас еще. Ой, тебе якоря пойдут. Девушки, вы не понимаете, вот мне хочется, чтобы он работает весь день, он... мне хочется поговорить с ним. А это просто, знаете, это просто самозвание техники, а вообще это техника для души. Техника для души? Да. Что там для нас? Так, все достало. Что, ты хочешь, что-то так выписать? Так а что? Ну, а ты тоже со мной тогда вот разговаривал нормально, а не так как сейчас? Конечно. Это как раз предназначено, чтобы разговаривать нормально. Нормально разговаривать? Это техника по жизни нормальная? Да. Вот она загорает и да? Да. Это же... Что для девушки? Девушки не подойдет. И чтобы она вас не доставала, ей для души. Мне для души нужен помощь, да. А не техника. И он там в этой технике. Да, я хочу. Деточка, куда мне порвутся скоро? Ты будешь в технике, а техника у меня. А как она работает? Сильно. Я прихожу, я устал, я с тобой, ты пришел, у меня занято. Бля, душа, как это дела? Я же как-то наслушал, что какие тебе мои дела? Вот, я сиди спокойно, дай покушать. Как дела? Только не плачь, не плачь, спокойно. Меня спросили, я отвечаю, как правда. Вот так вот. Так невыносимо просто жить вообще, я не знаю. Что ты думал? Вот, тебе да, невыносимо жить, сколько ты вчера потратил? Я прекрасная техника, что это изменит. Ты как мама твоя. Что на линии у вас доставать не просто, это даже будет одного превращаться в прием, не в доставку. А ну, и короткий. Очень. Очень. И быстро. И быстро не надо. Можно замедлить при большом желании. То есть можно... И растянуть. Да. То есть регулировать. Не надо ничего растягивать. Спокойно. Не-не-не, там регулировать. Так, как хотите. Да. Техника. Что продают, я не пойму. Я уже готова взять, честно говоря. Но непонятно, как работает. Техника каждый день. Не торопимся, не торопимся. Для вас имеет значение, как она называется. Ну что делать-то, девушки? Я уже что-то не помню. Скажи мне, что-нибудь. Может, мы пойдем? Не-не-не. Куда? Не пойдешь. Ну ты, смотри, просто получай тебе как. А мы подержим вас всех, то есть не пройти. Деньги все равно тебе у меня. Куда он пройдет? Что? Камилец. Зачем? Что там за... Да. Так что я отвлекусь тогда. Ну, пойди сходи, конечно. Ну, спасибо. Да. Только смотри, деньги у меня. Ну да. Ну и что? Всего за 200 долларов, что ты это же правильно, что хотите. А у вас состояние, когда вам нравится,
Там хороший состав. Это очень печально. Когда нравится его настроение. Хорошее настроение. Чтобы он каждый день приходил и делал. Ой, да, почему? Вот, видите, в тот момент вы как раз Начинает. Чем он нравится? Посмотри. Да. Ну хорошо, но надо. Покажи. Какую? Пожизненная гарантия. А что ты, подождите, что со своей пожизненной гарантией? Не угадаю. Женщина, я вот это пристроил пожизненное, начинаю вот... Ну ладно, еще вообще пожизненная гарантия. Я вот хочу, а как, что я буду к нему, если прикоснусь, он сразу вот такой весь белый и пушистый? Ну просто сразу, да, знаешь, в какой момент. Да. В какой момент, как прикладываться? И желательно это делать. Какие-то сексуальные техники? Не совсем. Не совсем. Что, против меня, что ли? Я не знаю. Вы можете применить мне эти шумные? Ну, пойми. Да, это, ну я да. Пожалуйста. Вот я как-то растерялась, не знаю. Ну да, да. Так что тут с ней? Куда натрагиваться? Да, да, куда натрагиваться? А можете дотронуться? Вы вначале кружите, а потом уже... Как спокойно. Мы же в магазине домой придем, дотерпи. О! Так, мне желудок не надо, мне по печени вчера вы постучали. Ну так что, я мне нравится же. Ну что, я не понял, что я сам знаю. Я тоже не поняла, я поняла, что я сфера. Ну, вы купите у нас, а потом мы объясним, как я в ней пользовался. Опа-на, да-да-да, это мне напоминает, что черт для логики гуру. А, это я уже покупал. Нет, мы, в принципе, можем попробовать продемонстрировать то, что это действительно работает. Просто все карты сразу открываешь, не совсем хорошо. Нет, ничего себе, я что-то у вас должна купить. Я буду к нему прикасаться, если не будет что-то происходить, вы мне хотите объяснить, что с этого будет. Карты. Нифига себе, карты. Я моряк, я люблю корабляцкие песни. Все. Да, вот.
А он сможет вот так же делать? А вы его научите, конечно. Не, я научу. Но можем и мы научить. Только это еще 10 долларов. Нет, для вас 150. И вот, и вот. На второй покупке. И сколько вам? Нам уже не будет достать. Но сейчас не достать. Сейчас не достать. А ладно, ну купим, если хочешь. Паузу нужна, нет? Ну давай, я возьму паузу. Это вам не нуждалось со стороны. Скажите, что вы заметили, если по... Вообще, что вы скажете? Вы сами можете сказать. Да, да. Подождите, да? Вы скажете, что ценности, лишь что человеку нужно. То есть так. А как это сделать, скажи? Нужно задавать наводящие вопросы по этому поводу. Ну какие? Ну вот Вова задавал наводящие вопросы. Ты их заметил, что он получил по тебе? Я не слышал. Так а как подходить к этому? А с вопросом он задавал, он получил в ответ то, что не нужно. Нужно было как-то вывести, да, калибровать в тот момент, когда вот хорошее. Человеку это подходит, ценность этого, либо он не попал в ту ценность, которую ему нужна. У меня вопрос, простой. Да я понял, какая ценность нужна, чтобы попал. А вы поняли, чем вы занимаетесь вообще? Кто вы такие? Кто эти персонажи? Кто жена? Ну понятно, вот эти персонажи, муж, жена. Что здесь происходит вот в этой паре? Что происходило? Это кто? Ну понятно, он бизнесмен, она, видимо, домохозяйка. Чего они хотели друг от друга? Они приняли? Человек приходит в магазин, в любой магазин вообще, не важно, что вы продаете, и он приходит для того, чтобы купить себе настроение. Да, она купила нежности и ласки, да. Нежности и ласки, а он... Он чтобы не трогали, чтобы они трогали. Этого типа совершенно устраивало, если его доставать не будут. Он так и говорил об этом несколько раз. Угу. Хорошо, давайте мы сделаем вот таким образом. Ну да.